старший. Ты давай это, не того. Не сильно говорю. Олег, тебя лучше друг умер, я бы тебя посмотрел. Ну, друг умер, а ты-то остался? Или ты хочешь не побыстрее в могилу? Так не надо крест, у меня желудок кости перевалил. Ну, при чем здесь кости? Ну, сердце-то не железное. Давай. Давай. Вечно, чтобы
жить, что ли, хочешь, да? Нет, за себя лично не скажу, мне вполне, в общем-то, не удалось, но... Он сами сидел, чтобы никто не убирал. Да ну что ты, вполне не удалось, да? Что так мрачно? Здоровый мужик, симпатичный, денег много, женщины любят. Чего не удалось-то, а? Чего? Ты что, втихаря уже и расписаться успел?
Нет. Но это роль не играет. Не играет. Ну, согласись, это было бы свинство с твоей стороны не пригласить никого. Меня, например. Оно не просто все. Понимаешь? Конечно, не просто. У друга жену довести, это постараться надо. Понимаешь, мы с ней знакомы уже 5 лет. Ну, с того самого момента, как они вместе и... Поженись! Я-то раньше даже особо не приглядывался к ней. Но что приглядывался, жена друга? А тут, месяца два назад, как будто ударило что-то. Смотрю, друг, и Юля! Юля, значит, ты? Да-да-да, знаешь, смотрю, друг! Юля! Я почувствовал то, что от неё... Мне как нравилось, папа, представляешь? Хотя я раньше замок жасмина на дух не приносил. Thank you.
кукую с Костей. Да почему? Мы с ним чуть ли не с первого класса дружим, представляешь? Да его знает он? Кому его жена ушла? Ага. Ну вот, это он тебе набил? Нет. Ты дура. Я тебе первым делом морг набил. Потом на телегу вас в поезд ушел. Ладно, ты понимаешь, Костик он... Ну... Не такой, как все, в общем. Обстоятельств. И ты вдруг под воздействием этих обстоятельств.
влюблен сейчас, да? Ну? А сейчас ты, ну? Пока мокрый. Вон там, после там, не хочу, как перед другом твоим жизнь, как тебе неудобно. Может, Юля твоя сейчас? Да фиг опять. Про друга этого вообще молчу, он и так убогий, а тут еще жена с другой такой свинью ему подложили, а? Заткнись! А что заткнись, Олег? Че, не прав, что ли? Сам знаешь, что прав, да? Ну и заткнись! Ну, подумаю.
стремиться. Теперь на гамбу этот парадокс принесен и говорит правду.